Этим вечером, казалось, сбылись мечты тех, кому уже довелось побывать на ледовом шоу «Огни большого города», и тех, кто только планирует это сделать. Звезды мюзикла зажглись на Южном Малу, спустились к зрителям и были доступны настолько, что любой мог не только пообщаться с любимым артистом, но и сфотографироваться. За время пребывания на курорте этот проект Ильи Авербуха стал весьма популярным. По мнению его участников, он весьма гармонично вписался в современный Сочи. Какая-то вот снежная немножечко, да, атмосфера и такое шоу красивое, творческое, любовное, талантливое, спортивное. Ну, не знаю, классно, это необычно, как минимум. Не просто в аквапарк сходить или поплавать где-то, а вот окунуться в какую-то ледяную историю. Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Гордеева призналась, что даже с ее большим спортивным прошлым этот мюзикл кажется ей невероятным. Прекрасный проект. В принципе, и такой, он один, может быть, даже один-единственный в мире, так как я уже давно в мире фигурного катания, и такого я еще не видела. И это настолько действительно грандиозно смотрится, потому что это в огромном катке, и с прекрасными декорациями. И я думаю, что это хорошая изюминка для Сочи, особенно после Олимпиады. За час артисты ледового шоу раздали десятки автографов. Зрители увидели отрывки из мюзикла, смогли принять участие в викторине, получить призы, билеты на представление. Я счастлива, мне они нравятся все, и вообще их всех обожаю, и очень рада, что увидела, и мне вот на память остались такие прекрасные подарки. Вообще это очень приятно, когда гуляешь и случайно попадаешь на встречу со звездами. Те, кому призы не достались, смогли приобрести билеты на шоу с 25% скидкой. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.